Всем привет! В этом ролике расскажу, как обузить кошмарные подземелья, чтобы легко и быстро повышать уровень глифов для парагона и дополнительно получать тонны опыта. Также дополнительно можно будет получать больше золота и еще более редкие предметы. Итак, для начала нам нужно быть в группе, как минимум из двух человек. Увы, если играть соло, то этого обуза не получится. Далее находим кошмарное подземелье с хорошим бафом. Ну и, конечно, чтобы было его легче и быстрее проходить. К примеру, можно найти с бафом на золото дополнительное и получать больше золота. Запускаем, и далее самое важное, что нужно сделать. Кто лидер группы, он должен передать лидера второму игроку. В свою очередь, второй игрок должен отказаться. Вот видите, здесь слева выскакивает уведомление, и мы жмем просто отказаться. И это повторяет второй игрок. Также возвращает лидера назад. И другой игрок, который получил лидера, также жмет на отказаться. И так можно сказать, мы продублировали это подземелье. После того, как мы передали друг другу лидера группы, сделали все как надо, потом просто проходим подземелье, до конца, естественно, и далее уже продолжим. Но чтобы не терять наше время, сразу же перейдем к боссу, в самый конец. И вот мы прошли подземелье, прокачиваем себе глифы. Далее что нужно будет сделать, так это просто выйти из группы. И нас выкинет из подземелья, и мы окажемся возле этого же подземелья. Жмем зайти вовнутрь. И видим, что подземелье то же самое. Тут также все бафы дополнительные присутствуют. В общем, продублированный данж. Что делать дальше? Я уже думаю, как все догадались, просто повторяем то же самое. Проходим полностью данж и крутим по кругу. И поднимаем себе уровень глифов, дополнительное золото, если у вас данж на доп. Золото. Также больше получаем опыта в высоких уровнях. Ну, хотя бы чтобы уровень был на 5 уровней выше, чем ваш. Если, конечно, трудности с этим, то можете играть на 2-3 уровня выше, это уже решать вам. Также дополнительно, если у нас есть подземелье с бонусами на более редкие предметы, то можно его крутить и получать больше уников, больше легендарных снаряжений. В общем, тут одни плюсы, пользуйтесь, качайтесь, усиливайтесь. Кому ролик был полезен, ставим лайки, подписываемся на канал. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.